Добрый день, дорогие друзья. Павел Марциненко, ваш риэлтор во Флориде, компания Florida Homes Realty and Mortgage. Сегодня рассматриваем вариант дом, 4 спальни, 2,5 туалета, гараж на 2 машины. Размер, площадь 2800 квадратных футов. Вот мы зашли вовнутрь. Это open floor plan. Все очень большое, просторное. Это living room. Смотрите, какая большая. Здесь новые окна во всем доме. Кухня покрашенная, белый цвет. Была какая-то голубая кухня. Этот дом не продавался и не продается пока. Он стоит 1137 дней на маркете. Его залистали за 490 тысяч. Сейчас он уже 485. Zillow Estimate его 472. В общем, поставили новый карпет, новые кондиционеры в прошлом году. Это первый этаж. Давайте посмотрим здесь, что. Новые фены поставили. Вид красивый. Я не спорю, вид очень красивый. Забор сзади стоит. В комьюнити есть бассейн. Тренажерный зал. Community fee где-то $800 в год. Здесь лондромат и вход в гараж. Здесь туалет внизу. И все спальни наверху. Как я, смотрите, какой лофт здесь на втором этаже. Да, у меня, кстати, я жил в этом доме, в таком же доме, такая же планировка. Дом построен в 2007 году. Видите, какой красивый лейк, вид на озеро. Пойдемте посмотрим мастер-бедрум. Мастер-бедрум очень большая. Клазеты тоже большие. Главный туалет. 3 окна. Светлая комната. Вид обалденный. Ну, краун молдинги везде стоят. Единственное, что на втором этаже невысокие потолки, всего 8 фит. Еще один туалет. Нам этот дом нравился, но потом, когда дети уехали, мы его продали и купили поменьше одноэтажный дом. Конечно, во Флориде лучше всего иметь одноэтажный. Легче в обслуживании, легче. Ну, все легче. Эта комьюнити называется Samara Lakes. Она начала строиться в 2006 году. И где-то здесь примерно 2000 домов. Здесь несколько фаз этой комьюнити. Я, как только переехал во Флориду, начал продавать здесь дома. Ну, продал больше, чем 100 домов только здесь, в этой комьюнити, потому что все меня знают. Все ко мне обращаются. Эта area очень популярная, называется Vogel Village. Я жил рядом, неподалеку, вообще 5 минут отсюда. Комьюнити называется Мурабелла. Сейчас я переехал в другую комьюнити, называется Samara Lakes. Ой, Samara Lakes, это Samara Lakes. Я переехал в Cypress Lakes комьюнити на гольфе. У меня вид на гольф. Очень, очень красивый вид. Если вы хотите купить, продать или арендовать вашу недвижимость, обращайтесь ко мне напрямую. Мой телефон 1-904-859-5002. Всегда к вашим услугам. Всего доброго. До встречи в эфире. Пока.